Вообще такая тема. Если Володя будет играть, то тебе нужно будет с ним сыграть следующую катку, и ты уже будешь играть за агента. Вот. А мне нужно с Володей играть уже за этого. Тогда мы все втроем сможем поиграть все стороны, и вот. Да. Ну, вопрос, можешь ли ты выловить Володю? Смогу ли я выловить Володю? Your mission is critical. Prevent the bomb's detonation and apprehend Cypher once and for all. Good luck. Ну все, Cypher, блядь, держись. А чё Cypher-то? Он, блядь, ничего плохого ты не сделал. Marina Bay Grand Hotel. Find the two rooms Cypher stayed in and retrieve the coordinates of the bomb from the network. Ой, там фейерверк. О, какой город красивый. Блядь, чё тут... Ебать тут... Блин. Что-то сложно сразу. Чё это? Чё? Ладно, я хочу думать про... Это типа такая, наверное. Передо мной план задания. А ты вообще можешь двигаться как человек, или ты там как... Нет, я на карте города. Ты идешь прям за чувачком, который враг нам. Прячься вот тут, да. Тут еще враги есть, ух, ебать. Внутри я тебя не вижу. Это почти по идее, что ли, мне показалось? Блять. Да. Бомба на третьем этаже, я вижу. Они двигаются все? Блять. Бомбы две. Ты на врага. Блять, ну тут идите нахуй, блять. Вы чё, ёб... Ты на этаже 57, правильно? Мне больше интересно, как бы, куда, блять, идти дальше. Этот уёбок, он за мной, блять. Блять, ну идите нахуй, блять, шакалы. Чё ж вы там ебанулись с тем, что? О, я могу ЕМП кидать. Оказывается. Я тебе дал ЕМП, которая настроена, я так понимаю, на первого чувака. Который ходит на первом этаже, вот в самом начале. Я не знаю, кто это такое. Ну да, на него рассчитано. Он сейчас сзади тебя. Сейчас вот на этого. Мне на 58 этаж или на какой этаж мне уже идти? Есть одна на первом, судя по всему. На первом этаже? Я не знаю, вот... Нет, она на втором. Одна на втором. У меня тут этаж 58 написано. Да, 58 для меня второй, у меня три этажа на карте. Одна на 58, другая на 59. Стой! Ты сейчас выходишь на шестого дрона. Ладно, я, допустим, на 58, да? Да. Иди прям... Беги-беги-беги, вдоль стены. Заходи внутрь. Ага. Бомба сейчас в противоположном конце дома. Нет, внутрь. Внутрь. Быстрее внутрь. На меня... О, блядь. А, я не вижу проходов на втором этаже. Куда тебе идти? А тут нет проходов. Там внутри здания вообще нихуя нет. То есть, хорошо, тогда подожди, я тебе скажу. Выйди к этой, ближе к двери. Сейчас. Выходи. Назад? Блять, он ходит постоянно, я не понимаю, тебе нужно его заимпишить, видимо. Но он на него не сработает, потому что я тебе дал для другого дрона бомбу. Я не понимаю. А ты можешь ее выкинуть просто? Нет, но я не хочу ее выкидывать. А я тебе еще одну дам? Наверное, я не знаю, как это действует. Выходи, блять. Ох, ну зато я... Короче, я так понимаю, там у каждого дрона своя устойчивость. Я тебе дал первую бомбу для первого чувачка. Так, сейчас одна бомба, нашел ее на третьем. Я на 58-м этаже сейчас бегу. Да. Ты на 58-м? Да. Да, на 58-м. Я тебя вижу. Ну, проходи внутрь домика. Не буду... Блять, нет, буду. Блять. Ну, короче, да, я понял. Я так понимаю, что внутри ходить дома безопасно. Да, внутри безопасно, но в этом смысла нет, потому что ты ничего не получаешь за счет этого. Да, а хотя на верхнем этаже ходит челик. Сейчас стой, не выходи, там пятый дрон идет. Сейчас я посмотрю пятого дрона, какую нужную ЕМПшку. Все, я тебе дал ЕМПшку. Вот сейчас ты можешь выходить и его ёбнуть ей. Он сейчас в другую сторону идет. Вот тут он, да, кидай ему нахер туда. Так, все, проходи мимо, наверное. Нет, А как она работает, ты можешь понять? А я не понял, может там нужно подождать некоторое?
Я кинул ее на землю, я только на землю могу кидать. Угу. Туда раз можешь пройти? Да. Угу. Он идет от тебя спиной. Он за углом идет спиной. Развернулся на тебя. А, я могу нажать Е, чтобы детонировать ее. Давай. Все, заходи. Он, сразу типа, наш смерть сдох, получается. Не знаю, у меня на карте он сереньким загорелся. Вот бомба. Написано, что он нейтралайз. Почему я не могу просто его выкинуть в окно, чтобы он какой-нибудь там на первом, ну, типа, на улице ёбнул. С крыши. О! Бля, один только нет. Блять! Сейчас, давай думать. Посмотри, вот эту хуйню, да? А, ну все, эту я задвигаю, потом эту задвигаю. А, так они даже это, ну. Давай. А в чем прикол? Ну, это все-таки бомба. А в чем подвох, я не понял. А, или это типа это тизер того, что будет дальше. Ты обезвредил типа ее? Нет. Короче, смотри, есть remote connection, я могу тебе сказать координаты или прокси. Координаты нужны. 81. 81? Да. Да. 27. 27. 83. Так. Теперь нужно вторую найти. А что ты сделал? Нет. Это была вторая. Сейчас я перепишу, подожди. 81, 27, 83. Ага. Теперь нужно вторую, первую найти. Первая на верхнем этаже. И сейчас, подожди, вот сейчас на лестницу встань, не поднимайся. Тебе нужно восьмого как-то пройти. Перед тобой дрон сейчас летит. На тебя идет. Стой там, да. Видимо, его нужно вырубать сейчас. Давай посмотрим, как он гуляет. Так, дошел до середины, пошел обратно. Пошел обратно и сразу на тебя. Ага, его нужно вырубать точно. Сейчас тебе напряжение соберу. Так, вот тебе штучка для его отрубания. Он так далеко не долетает, он до середины только идет. Ну или подожди, подлови его. Сейчас. Раз, два, три. Здорово. Так, эта комнатка, видимо, просто сейф, туда ничего не... Сейчас тебе для девятого дам бомбу. Ох, там еще один. Окей. Ай, бэт. А не знаю, вот этот, он насмерть сдох или он не насмерть? Тоже не знаю. Дай мне до следующего, господина. Для следующего не понадобится, его можно пробежать, я так понимаю. В смысле, тут штука, которую могу хакнуть. По центру дверь внутрь. Тебе нужно вот внутреннего убивать сейчас. Ага, осторожно, он сейчас будет справа. Кинь ему туда бомбу сразу. И давай. Так, отлично. Теперь правильно идешь? Неправильно. Блять, сейчас подожди, все правильно. Выходи наружу. И вот сейчас вот дальше еще, чуть-чуть. Там еще один дрон будет. Не выходи, да, вот сейчас стой. Надо посмотреть, куда он летает. А, ну все, он летает херово. Сейчас я дам для него бомбу. Бля, я нажал на кнопку. Ну все, пизда. Какую кнопку? Все, даю бомбу. В смысле, я сейчас хакаю. Меня сейчас кого убьют, ты хакаешь? На... Нет, до тебя никто не долетит. А, ну тогда ладно. Подними вот эту вот. Что? А что ты хакнул? Тут внутри нихуя нет. Вот прям за стеной лежит бомба. Я не знаю, тебе эта информация как-нибудь помогает? Можешь мне дать бомбу для следующего? Да я вроде давал, нет? Нет. Блин, простите. Беги на него. Беги. Сейчас, он меня видит, если я побегу. А, он видит? Тогда кидай бомбу прямо сейчас на уголок. Заходи внутрь.
Я не могу внутрь зайти. Юзай. А что там, дверь закрыта? Надо хакать. Мы за дверью. Надо хакать. Дрить сложно, пиздец просто. Почему первые уровни были сложнее? Игра проходняк, видишь? Пиздец, все. Нужно было лучше сделать. Так, есть координаты. 14. Так. 18. Угу. 69. 59? 69. Так, нажимаю locate. Good job, agents. We now know where the bomb has been planted. I'll send a squad to surround Cypher's hideout, while you move to Dragon Island and neutralize the bomb. Куда? Не прыгай, блин. Кит, не прыгай. Подумай о семье. Use your network view to locate the cyber bomb. Так. У меня есть карта Dragon Island. Ты каких-то визиторов мне подсвечиваешь? Сейчас, у меня есть два режима, обычный режим и network режим. Я могу что-то сканировать. Соответственно... Блять. Я там, рядом с тобой стоит какой-то Velcro Cat. Кто? Я могу использовать людей как трансмиттер, но не знаю, что это значит. Давай пробую хакнуть человека. 460 герц у него. Так. Давай. Два правильных, два неправильных. Два неправильных каким образом? В смысле, это... Полностью. Сейчас. Два правильных значит, что оно в нужном месте стоит, да? Да. А два неправильных означает что? Вообще нет таких чисел, цифр. Так, два правильных в неправильных позициях. Сейчас. Та же. Два стоят правильно, два стоят неправильно. Сейчас дай подумать. Все верно. Хазл плат. Я какого-то трансмиттера сделал, но не знаю, что это значит. А ты частоту у него как-то можешь поменять? У меня частота 466 герц. Я не знаю, про что ты говоришь. Так, ну типа я могу подсоединиться к челику, я так понимаю. А, нет. Что значит, как трансмиттер использовать, я вообще не понимаю. Я ладно, тоже не понимаю. Я могу просто пойти куда-нибудь и... Я могу просто хакать людей, пока, блядь, не, они не охуеют. А я могу смотреть за городских дронов, которые летают, один на тебя, например, сейчас летит. Я не знаю, он тебя как-то вообще палит, нет? Ты вроде стоял спокойно. А, возможно, еще... я понял, в чем дело. Тут нужно, наверное, взять сеть из кучи людей, чтобы все вот эти треугольнички, которые тут летают вокруг меня, чтобы их взять и... Ладно, давай следующего человека взломаю, похуй. Четыре нуля. Три верных. Один нет. Окей. Еще один есть. Блять, что же делать-то мне нужно? Ты просто мне кучу людей открываешь.
О, знаешь, кого взломаю? Я нашел. Аликенга. Кто это? Где он? Сзади тебя. Вот этот. Этот? Да. Это Джордан Обиаколом. А, стой. У воды стоит. У воды? В смысле, у фонтана? Нет. У воды, в смысле, у мостика вот тут. Прямо перед тобой. Вот, вот этот? Да. Аликенг. Да. А зачем мне его ломать? Мере, у меня частота с ним совпадает. Ну, давай посмотрим. 4-0. Два верных. Так а там как, из каких цифр? Нуля единицы. Собирается? А. Угу. Так, стой. Коннект. Ну что теперь? Ты видишь какую-то анимацию? Ничего не вижу, интересно. У меня, короче, когда я нажимаю кнопку на Аликенга. Блять, алло. А, я понял, бля. А, нихуя не понял, честно. Я тоже. Я, короче, нажимаю на все трансмиттеры, которые есть. О, я открыл дверь. На маленьком острове я открыл дверь. Ну, это сейчас мне не особенно нужно. Мне сказано, типа, взять и просканировать все. Или мне нужно просто бегать и сканировать все. Я бегу, сканирую все. Я открыл еще одну дверь. Ты отлично сканируешь, кстати. Так, а вот на этих у меня нет никаких частот. О, стой, остановись, вот я открыл дверь сейчас сразу рядом с тобой. Да, но что это мне даст? Я не знаю, что это дает. И еще одну дверь открыл перед тобой. Видимо, мы чуть позже будем искать. Короче, я все двери открыл, которые есть на острове, видимо. Я, кажется, вижу, где находится бомба, но... Вот тут сейчас открытая дверь перед тобой будет. Вот здесь открыл дверку, да. Вообще нихуя не понял, за нахуя, блять, трансмиттеры нужны. Что за сканирование? Ебанули, что ли? Я тоже не знаю, что это. Нихуя не понимаю вообще. Нажимайте, мы хакаем. Окей. Блять, что происходит? Получилось. Мне даже не обязательно сдвигать полностью. Че? Слишком сильно вперед не двигай. Погоди, сейчас секундочку. Угу. Сейчас, погоди. А все? Ну что, опять сложные задачи вернулись? Да, наконец-то. Бля, что происходит? О, у нас тут ограничение по времени есть. Неплохо, неплохо. Зажми хуйню сизу сверху. Немного в сторону. Ну, короче, немного зажимай, и потом, когда эта хуйня уже уходит, типа. Сейчас погодь. Давай. За снизу. Нет. Контроль тоже. Так, сейчас. Двигаю. Снизу. Снизу. Так, ловлю ее. Сейчас. Давай. Нормальные задачки, вот. Бля, что происходит? А,
Подожди, а единички. Как это ключ? Единички, двигай вправо. Теперь единички влево двигай. Сейчас. Стоп. Нет, не так. Чтобы они на одном уровне были, или нет? Или так? Сейчас, погодь. Единички влево двигай немного, чтобы они на одном уровне стали. Вот так, да. А, еще немного левее, чуть левее. Чуть левее, немного левее. Вот, стоп. Вот так. И теперь я снизу забери вот эту хуйню и двинь ее. Открой путь. Снизу. Вот. Охуенно, наверное. Ну что же. Че там? Бомба есть? Написано, что бомба вот тут. You found the bomb, but opening the case will trigger the explosion. Find the remote switch to disable that protection. Надо найти remote switch, чтобы выключить бомбу. Так. Когда я на нее нажимаю, у меня подсвечивается. Короче, знаешь, какой? Вот этот вот перед тобой дом, который сейчас. Вот этот? Да. И что в нем подсвечивается? Дверь с другой стороны, ага, иди. Вот сюда. А там открыто или закрыто? Вроде закрыто. Вот у меня сюда показывает волна такая фиолетовая. Тут закрытая дверь, короче, я не могу дальше пройти никак. Мне нужно найти как-то свитч, чтобы выключить бомбу. Где этот свитч, непонятно. Если есть инфа, то... Вообще не понимаю, что это может быть. Ну, походи вот по этим домам, которые открыты. Не просто, что так там двери открывались, наверное. Переключатель. Где он? Какой? А у тебя вот не сканирована одна штучка. Хотя не знаю, нужно ли это вообще. Сейчас, я не знаю, где она, потому что я, кстати, все штучки сейчас не вижу. Не понимаю. Так, ладно. В этом доме нихуя нет. А в этом большом? В этом я тоже был, нихуя нет. В этом... Сейчас посмотрим. Нихуя не вижу. Я вот нажимаю на некоторые вот эти переключатели. Вот сейчас прямо перед тобой стоит какой-то нот. Fire Breathing Dragon. Есть у тебя такой? Не знаю, про что ты. А вот сейчас, если выйдешь из дома, слева он будет. Вот прям перед тобой какой-то. Вот тут. Что с ним? За спиной за твоей. Так что мне с этим делать? Ну, написано, что он не отсканированный. Your partner must scan this note. Не, вот сейчас перед тобой. Ты вот на сейчас? Него смотреть должен. Да. Так я же его просканировал вроде. Вот сейчас просканирован. Мне написано, что я просто не понимаю, там от каждой штучки идет какая-то анимация дополнительная. Вот я, допустим, нажал на него, нажимаю Show Animated, и он типа стреляет какой-то розовой волной в какое определенное место. Он тоже была не отсканированная хуйня. Не, эти все уже сканированы, у меня написано. Блять, ну чё ж вы так душите-то? Ну, короче, мне нужно как найти ту хуету. Вот, да. При этом что-то непонятно. Нахуя? Главное, зачем мне делать вот эти релеи? Каким образом могу найти рычаг, скажи? Ну смотри, я вот сейчас строю от бомбы какую-то такую типа сети красными линиями. А, так и построить. Я застопрился на большом доме, вот на этом, который я двери сейчас открываю-закрываю. Я не знаю, про какой дом ты говоришь. Вот большой самый, вот. Я не знаю, какой самый большой дом, я не вижу.
Слушай, перед тобой. Вот этот? Это маленький. Вот этот? Да, этот. Окей, что тебе тут не хватает? Тебе нужен трансмиттер или что? Я не знаю, у меня дальше не строится цепочка, а от чего она зависит, я без понятия. А где у тебя цепочка закончилась? Ну вот в... Вот Кэптен Хуа Сифуд Грилл. Я не знаю, кто это. Вот тут. Я не понимаю. Вот сейчас нужно его просканировать. Вот тут просканируй перед собой. Видишь, секундочку. Что-то взламывается. Я что-то просканировал. О, так, вот сейчас просканировал. Ну что дальше? Все, а сейчас обратно где бомба? Так, я уже могу что-то делать или не могу? Нет, пока. Нужно просканировать еще одну штуку. Вот сейчас перед тобой прям будет Firefly Show. Еще. Где? Yeah. Сзади. Сзади. Вот. Вот, хорошо. Так, теперь в противоположную сторону. Сюда? До упора, да. И там будет Wi-Fi Relay. Где он? Я что-то просканировал, но хуй знает. Все, я выключил сейфгард на бомбе. Бля, как же сложно. Я вообще тупо не понимаю, что, блядь, происходит. This is it. You have one chance to get this right. Defuse the bomb. Да, один шанс. Ну что? Надо столько шансов, сколько мне надо. Ой, бля. Че видишь? Я могу ввести 4 цифры. Паскод. А у меня есть какой-то. Какие-то 3 ячейки, на которых можно нажать open. Ой, я, кстати, могу вращать бомбу, могу посмотреть, что на ней написано. Я могу серийный номер сказать этой хуеты. У меня есть эти провода всякие. Есть кнопка Ignition зачем-то. Есть батарейка, которую я пока вынуть, наверное, не могу. Электрика лод, что-то, блять. Короче, три, у меня есть серийный номер, я могу тебе его, например, сказать, если ты можешь с ним что-то взять. Есть еще какой-то коннектор, кстати говоря. У меня есть ignition button. Number of pins in connector. 3, 4, 5, 6, там есть кнопки. Потом есть паскод-декриптор. Там постоянно меняются штучки. Короче, ты можешь куда-нибудь серийный номер вбить? Да. Вообще никуда. У меня есть еще параметр presets. И там есть перевернутый человечек, кубик с каким, ну, квадрат с какими-то линиями сверху, и цифра 3 — это квадрат с обрезанной стороной, и эта сторона у него лежит под ним. Ладно, ты можешь нажать ignition button? Да. Пробуй нажать. Нажимаю 3. 3? А что значит 3? Я нажал 3, и мне написали press the button when the last digit on the timer is 0.05. Ладно. У тебя есть какой-то таймер? У меня нет никаких таймеров, во-первых. Во-вторых, у меня есть запас кодом network ports и параметр presets. Параметр presets у меня есть. У меня он закрыт кодом, я не могу без кода его открыть. Есть код? Паскод-декриптор у меня есть. Reveal паскод. Вот. Какой паскод ты можешь заревелить? Он очень быстро пропадает. Он куда паскод ведет? 5026. Так. Я тут, короче, что-то открыл в нетрок-портах, и меня теперь она предложила загадку. У меня, кстати говоря, есть все цифры портов нетворк-порт. Порт 1, порт 2, порт 3, порт 4, цифры имеются, судя по всему, я их... А, вот, короче, какие у тебя цифры на портах?
Первый 4-6-9. Окей, дальше. Второй 39. Дальше. Третий 839. Дальше. Четвертый 204. А, можешь еще повторить? 469. Дальше. 39. Дальше. 839. Дальше. И 204. Короче, и 204 правильный ответ. Я что-то открыл Network Ports, он впал зеленым. Bomb Module Secured. И у меня галочка стоит на одном из элементов. Нужно следующее угадать. Я могу параметр с пресет открыть, но мне для этого нужен пароль. То есть пароль. Не подошел, который я говорил? Он подошел к портам. Но мне нужен для этого. Параметр с пресета. Там 5 цифр. 5 цифр. Есть у меня еще есть electrical load. Есть что-нибудь такое? Номера батарей on the devices. У меня есть electrical load, да. И мне нужно выбирать number of batteries on the devices. Может, кнопка 1, 2, 3, 4. У тебя номера батарей есть какие-то? Я могу вводить номер у себя. Так, я, допустим, нажимаю первую. 0,7. Короче, у меня есть три значка в треугольниках. Первый похож на атом, типа значок атома. Второй похож на биологическое оружие, на вирус. И третий на огонь. Сейчас, погоди, тогда я тоже посмотрю, какие у меня значки есть. Такие разнички есть? Сейчас, погоди, у меня... Короче, у меня значок огня, который в нетворк-портах. Так. У меня есть значок на зеленом фоне атома. Так. Так, и сейчас я ищу какой-нибудь третий значок, если у меня там есть. Там вирус такой, с шипиками. А, я, да, вижу вирус с шипиками, синий. Хорошо. У них, они, короче, проводами ведут к этим, короче, в разном порядке, видимо. Угу. Сначала, сейчас, погодь, желтый, это огонь. Сначала идет огонь, потом синий, это... Короче, синий это вирус. Угу. Огонь, вирус и радиация, короче. В таком порядке. Так, хорошо. Я когда нажимаю батарею номер один в electrical load, у меня цифры такие. Атом 0, вирус 7, огонь 4. А то сейчас. Атом 0, вирус 7, огонь 4? Да. Сейчас, может начать огонь чему ровен? Огонь 4. Вирус 7. И дальше что там, радиация? Атом. Error написано. Видимо, там номер батареи нужен какой-то. Угу. В смысле, ты нажимаешь по разным батареям. Там есть разные батареи. Да. Как узнать серийный номер батареи, блять? Это я к первой говорил. Ладно, стоп, параметр с пресет. Его никак нельзя, что ли, выломать, получается. Ну, а ты что-то должен туда написать? Я должен ввести пятизначный код. Пятизначный код. У меня под этим параметры пресет есть типа загадка. Там три окошка. В одном из них типа человечек с квадратной головой, перевернутый без рук, типа на голове стоит. Угу. Ну как если просто палочками рисовать. Угу. А вторая картинка это квадратик и над ним типа домика, типа крыши дома, но стороны крыши разорваны. Слушай, эту хуйню, у меня ничего такого нет в принципе. Я не могу эту хуйню открыть без кода. Могу ли я получить этот код или не могу? Может количество палочек посчитать сейчас? Нет, это бред. Это настолько неявная логика, что сразу нахуй идет. И пятизначное все равно не получится. У тебя паспорт декриптор, он под что был назначен? Ну, ты можешь его еще раз запустить? Он всегда выдает 5026. Всегда? Да. Я вот нажимаю reveal, 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 а он все 5026. Я могу пробовать его ввести, но у нас один из двух failed operation'ов и пиздец, если... И там тем более... Ну еще есть ignition button. Ignition button у меня заблокирован. Давай пробую 5026, и мы сейчас проебем. Ну да. Так подожди, у тебя 5 цифр, а тут 4. Ну да, действительно. Мы не проебали, оно просто пишет неправильный код.
А почему у тебя сразу много батареек? Как вообще узнать, какой у тебя номер батареи? У тебя батареи не отличаются или нет друг от друга? Нет, у меня просто список 1, 2, 3, 4, и к ним разные цифры напротив значков. Че, ебанули что ли люди? Я, кстати, могу перевязать провода, но не знаю, надо ли мне это сейчас делать или не надо. Тем более, если я понятия не имею, что тут резать. Надо ли вообще мне, в принципе, у тебя есть какая-нибудь инструкция о том, что я могу резать, что не могу? Нет, прорезать ничего нет. Мы, короче, только с network портами справились. А, кстати, у меня есть ignition button, я могу его открыть, и там, ну, там показывают цифры. Отлично. 7, 8... 9, 0, 1, 2, 3. Я не знаю, что это значит. У тебя что Ignition Button делает? А ты ее можешь нажимать, саму кнопку? Я могу нажать кнопку, но у меня какая-то цифра рядом с кнопкой нарисована, которая меняется постоянно. А какая сейчас? 7, 8, 9, 0, 1. Ага, смотри, у меня есть номера... Короче, у меня есть список, в нем написано Number of pins in connector. И есть, ну, типа... А у меня 4 пина в коннекторе. Вот. На каждый из пинов есть правило. На каждое количество пинов есть правило? У меня всего 4 кнопки. 3, 4, 5, 6. Написано... Нажимаю на третье, написано press the button when the last digit on the timer 0 или 5. Сейчас, подожди. Ты говоришь, сейчас, у меня 4 пина на коннекторе. Что из этого следует? Они под номерами 3, 4, 5, 6? У них нет номеров. Они просто зеленым горят. Просто какие-то хреновинки как бы разные. Просто 4 зеленых точки, они без номеров, у меня есть ignition button, в котором просто меняется, типа, число раз в секунду. Ну, а подряд идут, да? Как таймер? Да. Угу. Ну, и получается, чтобы каждый из этих пинов сработал, нужно нажать кнопку, чтобы сработал третий, чтобы было 0 или 5 на таймере, четвертый 2 или 7. А пятый 3 или 8, шестой 4 или 9. Да, но смотри, у меня нет пятого, шестого. Откуда вообще пятый и шестой взялись? Что они тут значит, если у меня в коннекторе 4 пина? Я не знаю, почему у меня такие. Ну, давай рассчитывать. Есть просто, первый пин, пин, второй, третий, четвертый. Что я могу все 4 пина по твоим инструкциям как-то активировать или нет? Не знаю, попробуй нажать... Нет, подожди, ты можешь сказать заранее? Там есть инструкция для всех 4 пинов, начиная от первого до четвертого? По сути, да. Первый ну, тогда первый тебе нужно нажать, когда будет 0, второй, когда будет 2, третий, когда будет 3, и четвертый, когда будет 4. 0, 2, 3, 4 на таймере. Если это можно так быстро сделать. Все. Я нихуя не понял. Я чуть нажал, и оно стало зеленым. Хорошо. Я на нуле нажал. Вторую галочку. Блять, а в смысле... То есть нажал только на 0 и все? Я нажал только на 0 и оно... Чё, блядь, хуйня ебаная? Что? Почему у меня было 4 кнопки? На коннекторе 4, что значит 4? Попробуй понять логику, если я нажал на 0. Представь, что это не 4 подряд пина, а просто число 4 на коннекторе нарисовано. Что, какое там правило 4? А у меня уже закрылось все это. Оно ну, отмечается ладно. Как пройденный этап. У меня осталось паскод декриптор, почему-то все еще у меня. Ты не можешь никакой запрос кода мне послать, когда у тебя открывается этот параметр записывается? А ты можешь паскод декриптор делать для пятизначных как-нибудь? Там есть какой-нибудь другой режим, не знаю, что-нибудь такое, нет? Ну блин, тут 5 цифр требует. Нихера не понимаю. И вот electrical load есть. И тоже 1, 2, 3, 4. Number of batteries.
Number of batteries? Да. У тебя батареек там несколько или одна? Я вижу ровно одну батарею. Блять, откуда они это берут? Стоп, нет, я вижу две батареи. Так, то есть их там должно быть четыре, получается. Раз, два. Да, всего две батареи суммарно есть. Да ёпты, ну у меня... Ладно, стоп, батареи. Если electrical load на две батареи, может тогда сейчас правильно сделаем? Можешь сказать для двух батарей electrical load? Для двух, давай. Тебе нужен порядок какой-то? Ты с огня начинал? Огонь, так? Да. Огонь 9. Вирус. 8. Радиация. 3. Во. Параметр пресет, пароль пришел мне на почту. Какой пароль? 52722. Вот, короче, первый это человечек, который на своей голове стоит. Да. Вот, взял, второй какой? Типа домика, но крыша разорвана в две стороны. Две крыши у него, как будто бы одна над другой, и обе порваны. А домик это такой квадратик маленький? Квадратик, да, сверху типа разорванный угол. Эти углы крыши разорваны, они, короче, больше, чем сам домик, да? Они больше, чем сам домик, и угол смотрит вверх. Угол смотрит вверх. Ну, подожди, нет, неправильно я уже сказал. Как крыша у домика, как крыша у стандартного домика рисована. Ну и при этом второй уровень крыши, который сам верхний, он еще больше, чем нижний, да? Да. Окей, а третий тогда что? Третий квадрат, у которого левая сторона оторвана и внизу лежит под квадратом. Нашел, давай. О-о-о. Ну чё, надо что-то резать, я не знаю что. Блять, тут правила на английском, куча текста, я не успею перевести даже. Только одно утверждение верно. Если if the yellow wire is anywhere between two blue wires... Ну это дальше. If a blue wire is adjacent to a green wire... Дальше. If the two red wires are adjacent... Да, это что там делать? Cut the green wire when circuit three flashes. Ебать. Игра, в которую невозможно играть без английского. Да, слушай, жесть какая-то. Но с другой стороны, прочитал же, блядь. О, блядь, полковником стаду, блядь, на белом коне на парад пойду. Всё. Салют в мою честь. Фигачилишь. А я как граф. Я бы лучше у камина сидел. В натуре. Good morning, agents. Я, блядь, в отпуске, блядь. Какой good morning. Ну. Ну чё, поздравляю. Изи. Дело Сайфера закрыто. А что, будет ещё одно дело? Нет, всё. А чё, DLC-то обещают? Нифига знает, но игра, по-моему, прикольная. Да, довольно-таки прикольная.